19-я международная выставка «Продукты питания» объявляется открытой. На сочинской выставке традиционно собираются лучшие производители и поставщики, представляющие разнообразный ассортимент продовольственной продукции. На этот раз на площадке «Соут» расположены павильоны более 70 компаний из разных регионов страны, а также Белоруссии, Казахстана и Армении. Качество продуктов и сырья соответствует самым высоким стандартам, а богатый ассортимент рыбной, мясной, молочной, хлебобулочной и другой продукции порадует посетителей выставки не только своим вкусом, но и новизной. Здесь такое разнообразие, так все вкусно пахнет, и предлагают все попробовать. Просто я даже растерялась и не могу определиться. Сейчас пойду все посмотрю и решу, что наиболее подходящее, что вкусно, что можно купить. Но вообще, конечно, очень большой выбор, очень большой ассортимент. Все такое свежее, все такое вкусное, что просто диву даешься. Выставки, проводимые компанией «Соут», это не только возможность для производителей представить свою продукцию, но и площадка для делового общения. В ходе круглых столов участники обсудят производственные проблемы и поделятся опытом и эффективными методами работы. Это та площадка, где заключаются контракты и договора, где проходят маркетинговые исследования новой продукции, изучается рынок, изучается потребительский спрос. Это очень важное мероприятие для производителя на самом деле. И я надеюсь, что после окончания нашей выставки на прилавках как и гипермаркетов, так и мини-маркетов и совсем маленьких магазинов появится новый ассортимент и новые линейки товаров, которые привезли сегодня наши производители на выставку. Увидеть и приобрести лучшие продукты питания можно с 22 по 25 марта в выставочном зале отеля «Жемчужина». Время работы с 10 до 18 часов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.